Общественное питание – сфера услуг. В одной из аудиторий техникума питания и торговли расположилась площадка «Труд. Профессия». Банковское дело, ресторанный бизнес, товароведение и не только. Специальности, востребованные в наше время. Выставку достижений провели не просто так. Она приурочена к началу новой эпохи в сфере образования. «Движение первых» – так называется всероссийская программа для детей и молодежи, в которой теперь участвует и Ульяновск. Для школьников раньше было российское движение школьников, а для студентов – Российский союз молодежи. Буквально в декабре месяце прошел форум при поддержке Министерства просвещения и воспитания Российской Федерации, где соединили и школьников, и студентов, не только СУЗов, но и вузов. Учиться на специалиста индустрии туризма интересно и перспективно. Например, туристические агенты сейчас разрабатывают новые маршруты. В условиях непростой геополитической обстановки люди все чаще путешествуют внутри страны. Но мы, конечно, стараемся делать акценты на такие патриотические маршруты, внутренние, краеведческие. Сейчас, кстати, мы начинаем запускать свой собственный проект «Гастрономический тур по Ульяновской области». В гастрономическом туре гостей города и области познакомят с блинной и пирожковой столицами. Продолжая вкусную тему, стоит отметить, что в Ульяновске развита сфера общественного питания. Из техникума каждый год выпускаются квалифицированные работники, у которых, как правило, нет проблем с трудоустройством. Студенты показали на фестивале мастер-класс по сервировке стола и приготовили коктейли. Где-то 70-75% наших ребят трудоустроены, работают они в профессиях. Немного ребят уехали в другие города, это и в Москву, и в Санкт-Петербург, но в любом случае они являются нашими социальными партнерами и по туризму, и по организации обслуживания. После представления профессиональных площадок в актовом зале техникума провели торжественную церемонию. Далее и остальные колледжи Ульяновска присоединятся к новой программе. Напомним, движение первых – новое объединение детей и молодежи России, созданное по указу президента в декабре прошлого года. В движении первых работает множество различных направлений, которые не только развивают интеллектуальные и физические качества молодого поколения, но и выполняют воспитательную функцию. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.